Друзья, приветствую вас на новой серии продолжения эпопеи с новым участком трассы, с нашим подъемом и участком для не столько соревнований, сколько для выяснения, чья модель лучше заезжает по песочку. Вот. Так что погнали, прокатимся и посмотрим, сможет ли мой шевролет туда забраться. Помчали.
общем, друзья, как вы поняли, нет ничего невозможного. Помучился, но заехал. Вот. Много нюансов. Опять же, сегодня я немножко изменил трассу. Вот. Ее же надо тоже, чтобы она немножко прикаталась. Немножко пожестче стала. Вот. Поэтому будем обкатывать, так как это скоростной участок. Вот. А я снимаю и делаю кое-где ошибки, где надо пройти ходом. Я сбрасываю, потому что мне надо перейти ракурс там другой посмотреть, чтобы картинка была более-менее, пускай, как говорится, не супер, но все же. Вот, поэтому я думаю, что когда мы будем ехать, трасса проезжабельная, и просто будет дело времени, и у кого сколько будет задних ходов. Когда тачка сама откатывается, за задний ход это не считается. Вот, так что думайте, решайте. Вот. Ну все, всем спасибо за просмотр. Жду вашего желания поучаствовать, пообщаться, ну и просто встретиться. Ну все, пока-пока.